Прошла уже треть лета, я так и не начал проходить террарию. Ну, у этого есть одна небольшая причина. Что за изверг придумал летнюю сессию? Впрочем, сейчас не об этом. В данном видео я бы хотел поговорить о самом канале, что с ним будет дальше и так далее. Как, например, то, что я хочу, чтобы контент по Geometry Dash перешел на другой канал. А на этом канале продолжали бы выходить видео по Террарии, может быть даже Майнкрафту, ну и так далее. Потому что, согласитесь, та аудитория, которая пришла ко мне из-за Террарии, вряд ли будет в восторге от игры, о которой они даже, возможно, ничего и не слышали. Ну, ладно, с этим разобрались. Ссылку на новый канал я оставлю в описании. А сейчас мы поговорим о Террарии. Так вот, прохождение Фаргас и Ториум мода. Что я могу сказать? Это будет прохождение в виде стримов. Да-да, не удивляйтесь, я буду стримить. Весь июль, почти каждый день. Почему же я захотел стримить? Дело в том, что на моем компьютере недостаточно места, чтобы хранить весь записанный видеоматериал. Поэтому мне легче будет достать весь футаж со стримов и потом его нарезать, возможно, во множество разных нарезок, либо в одну большую. Это уж вы сами как захотите. Но так, что могу сказать? Это будет прохождение в режиме мазохиста. То есть, очень сложно. Возможно, даже сложнее, чем Инфернум. Будет забавно, если за месяц постоянных стримов мы не пройдем этот мод. Ну, мы уж как-нибудь постараемся. Ну и на этом, я думаю, можно заканчивать.